зоологии персиков. В театр не ходил, жена сбежала с тенором. С тех пор он жил один. Она оставила записку: невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Прочь, мерзопокощение! Действие смерти суринамской жабы не поддается описанию, и не до бабы. В смертях он обвинил наркома просвещения. От голода все сдохло, прошу прощения. Персиков заболел, воспалением хрипел ночами, но не умер, стал молчаливым целыми днями. Все на свете кончается, в террариях закипела жизнь. Профессор ожил, как амфибия, и на все забил. Отличие голых гадов от присмыкающих — ваш ответ. Смешно, молодой человек, тазовых бочек нет. У голых гадов они отсутствуют, стыдитесь. Вы марксист, не сжимайтесь, боритесь. В декабре вышла в свет брошюра работ профессора на тему к вопросу о размножении бляшконосых. Чуете проблему? Профессор зоологии персиков в театр не ходил. Жена сбежала с тенором, с тех пор он живет один. Вот такие ученые. Вот такая их судьба. Они фанаты. Нисколько не любят себя.